Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на ремонте будет у нас вот такой вот планшет Prestigio PMT-4238-4G с заявленной неисправностью. Разбит дисплей и тачскрин. Как мы можем видеть, даже пленочка не спасла. Трещина. Все дела идет. Будем его разбирать. Разбирается он, снимается вот эта вот задняя крышка просто. Не со стороны стекла, а со стороны задней части. То есть эта крышка у нас сделана на замках. Как-то вот она вот так вот выглядит. Вот так вот она снимается. Дальше нас ожидает внутреннее убранство планшета. Вот его системная плата, так вот она выглядит. Кабели высокочастотные, антенны. Здесь вот у него антенны. Полосковый микрофончик, динамики. Так, по сути дела нам придется все тут разбирать, снимать системную плату, отклеивать аккумулятор. Короче, полностью все это разбирать хозяйство. Так, здесь у нас тачскрин, здесь у нас дисплейный модуль, дисплей сам. Так, посмотрим, что у нас тут за коннекторы такие хитрые. Палец в ракурс попадает, ну ладно, посмотрим. Так, это у нас стекло, это у нас дисплей. Так, дисплей у нас здесь, их есть три вида. Здесь у нас, если не ошибаюсь, по-моему, 39-пиновый. Тачскрин, не знаю, вот маркировка. Может, кому интересно будет. Маркировка тачскрина. MJK PG08-01522 FPS, FPC 45 2001 года выпуска. Это вот у нас тачскрин. Резюмчик. Может, вот так вот будет лучше. Не знаю. Так, дисплей, разъем дисплея, сейчас попробую посмотреть. Вот, самое интересное, что у дисплея разъема нету маркировки, вообще, ну, совсем никакой. Если только по контактам смотреть, как тут что устроено. А, хотя, по-моему, здесь вот какая-то... Да, вот S806 LCD FPC, а версия 2.0 New. Версия 2.0 New 16-1205G. Вот такая вот у него маркировка. С обратной стороны ничего нету. Маркировка у него нанесена, выполнена отравлением в виде дорожек. Вот такая вот, короче. Ладно, будем дальше разбирать. Итак, разобрал я весь планшет, как мы можем видеть. Крышка, аккумулятор, материнская плата, шлейф, рамка.
тачскрин. Там такой вот шлейфик, такая вот гребенка. Вот он, треснутый тач. А вот он, треснутый дисплей. Так, и трещина у нас. Вот тут вот так вот идет. Ее видно только преломление света. Дисплей 31-пиновый. Какой-то вот такой вот он весь. Не знаю, будет ее видно тут трещину или нет, но... А вот и вот она видно, да? Вот она трещина сама. Зелененьким отдает. Блин, не может сфокусироваться камера. Попробую сфоткать ее. Ну, короче, вот так вот. Под замену тач, под замену дисплей. Здесь на фотографии четко видно трещина внутри матрицы. Вот она проходит, трещина, и видны разводы. Здесь идет маркировка матрицы сама. Может, кому нужно будет. Установил я пока стекло, дисплей, но не снимал с него защитную пленку. Так вот это все выглядит. Пришлось его перепрошивать. Тачскрин еще пока не клеил. И планшет находится вот в таком вот полуразобранном состоянии. Сейчас будем подкидывать тачскрин и проверять, как он будет работать. Отключаем батарею. Чпоник. Будем подкидывать тачскрин сюда. И смотреть, как оно работает. Ну, потом уже собирать. Продолжаем с планшетом. Наклеил я тач. Внутреннюю пленку снял, внешнюю оставил. Дисплей установлен. Сейчас будем продолжать сборку и подключение. Как-то так. Так, собрали планшет. Где у меня тут кнопка включения? Вот, все работает. Тачскрин работает. Пленочку транспортировочную я не снимал. Это транспортировочная пленочка. Все прекрасно работает. Планшет собран. Вот такой вот планшетик. На этом ремонт закончен. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Как это принято говорить. Всем удачи и пока.